Итак, друзья, у нас пятница 13-я. Всем здорово, с вами Кузак, Тиффани Кокс. У нас выпали рандомные персонажи, мы специально так поставили, чтобы мы не знали, за кого мы будем играть. И мне вот выпала эта прекрасная девчуля. Она хорошо бегает, она выносливая и тихая. У нас Джейсон, который ломает за 3 удара двери, и это очень плохо. Я как раз здесь возле машины, и у меня ключики. Ну, я надеюсь, я смогу убежать, пока что я не буду разоблачать себя, что я здесь сижу. Может быть, он даже об этом и не знает. Потому что у него много других дел, там расставить капканы надо. А мы тем временем хорошо здесь все облутаем. Друзья, сколько я не заходил в пятницу 13-е, это просто капец. Я уж соскучился, мы вот с подписчиками играем. Если вы тоже хотите вместе с нами играть, то переходите по ссылке в описании в мой Дискорд. Вы там скачаете пятницу 13-ю и найдете себе друзей новых. Вот, а также, возможно, поучаствуете на съемках. Вот. У нас сегодня полное лобби, но один случайно отключился. Видимо, интернет пропал, а так со следующей катки мы будем все вместе дружно умирать, выживать. Ну, скорее всего, надеюсь, второе. Мы-то здесь ради выживания с вами пришли в этот лагерь. Вот, так, ничего ценного вообще нету в этом доме. Киркума присоединился, ничего себе, это тот подписчик, который в GTA со мной играл. Кстати, если вы в GTA 5 играете, то добавляйте меня в Social Club. Ник, видите. Хорошо, что Джейсона я пока не слышу, не вижу, и он никого не убил. И у нас на очереди уже третий дом, и может быть хоть что-нибудь, вот. Хорошо, связь. Я на связи. Что у вас как? О, Курзака, да, помоги мне. Нормально. У вас маньяк? Я маньяк. Микрофон фиксит. Кстати, рядом с нами желтая машина. Ага. Не подходи ко мне. Бади, как я рад тебя слышать с новым качеством микрофона. Блин, да, наконец-то ты не педагог. Я сейчас умру. Живи, Бади. Либо играй потом за Томми. У нас Бади обновил микрофон, поэтому помогите. Теперь будет более качественный контент. Нет, Бади. Бади. Я тоже возле желтой машины. Здесь маньяк. О-о-о, я тут. У меня есть ключи. У меня возле синий. Мы прям близняшки. Нет. Да, привет, моя сестренка, близняшка, реально. Не подходи. Так. Есть кто-нибудь я умный здесь? Раз. Герпачо, Герпачо. Ты умеешь чинить? Герпачо? У меня был... По-моему, он поумнее, чем ты, тупая моя близняшка. Да охренела. Да я ж знаю, что мы с тобой это только ноготочки умеем делать. Так, Тинка, давай, бери и чини. Не-не-не-не-не-не-не! Полковник, вы уйди! Показывайте. Дайте герпачику. Тут по умолчанию, кстати, помогите! Понятно, Бади умирает. Бади. Раз! Живи! О, как быстро починила! Смертью храбра! Самым первым убили! Блин, Бази! Блин, я в этом доме все облутано вроде. Что с этой штукой? Ой-ой-ой-ой-ой! Она у меня какая-то была незакрытая. У нас южный Джейсон какой-то, ассалам алейкум, говорит. С Кавказа прямо приехал. Надо найти бензин. Логично, но... Я очень надеюсь, что... Он не поехал. Моя сестренка милая. Что, стесняешься, да? Щечки покраснели. Да, блин. От таких нежностей. Извини за мат. Там еще так, последний дом, ты лутал? Кстати, вроде нет. Липкой. А где этот Джейсяк? Я надеюсь, его здесь не да, будет. Кстати, ребят, такая новость. Здесь как бы френдзон. Ты лутал? Ты лутал? Я дом. По желанию могу убить шоколады. Не-не-не, никого не убивай. Они нам нужны. Ну, это такой соблазн, конечно, ну ладно. Ты хочешь, что Меджарес, я понимаю, но кто-нибудь сам своей смертью сегодня сгинет. А, ребят, он тут... Нет! Он насилует Герпач.
А чё Герпачо-то не говорит ничего? Он резко стесняется, что ли? У да, него голос у него... такой... Я вторые ключи нашел у меня! Красава! Тебе сегодня везет, красавчик! И Лёха красава! Да, вот только а, надо нет! бензин еще найти, полковник. Петана, скинь для ключа. А, все, идем, идем, идем к машине. Быстрее. Он тут. А, своему богу. А сейчас, нет. Кого убил? Герпачо. Я только Джарвис. Вай. Он чуть меня не убил, а, чё? Живи, живи, живи. Нет. Какого, мать его... Держим. Жесть, пацаны. По-моему, я следующий. У меня стамина нет. Не-не-не-не-не-не-не. Не бежим тогда. Охраняем друг друга. Беги быстрее. Сестрица, я тебя не брошу. Господи, как-то... Как это звучит брутально, да? Да, но я всего лишь такая же, как ты! Сестричка! Господи! Меня женщины избивают! Уйди отсюда! Иди свой халяль дальше ешь! Позов, Джейсон! Так, ты восстановил... Тихо! Кого ты там душишь? Полковник, мать твою! Да. Полковника разрубили пополам. Я даю вам шанс. Давайте, я даю вам шанс. Ой, блин, ты... Спасибо. Бежим тогда к машине. Беги. Беги. Герпачо, пойдем за бензином быстро. Нет. Вая, насилу, сестричка, ты чего? Он тебя что там, прям пихнул тебе туда? Запихнул. Продырявлен насквозь. Теперь понятно, почему такие звуки издавал, как будто его насилуют. Томми Джарвис, спасайтесь! Герпачо, видимо, первый раз с нами, поэтому ничего не говорит, стесняется немножко. Но мы запустим хэштег Герпачо, не стесняйся в комментариях. Жесть, что здесь есть? Ничего нету. Там бензин, там бензин. Джейсон, нет! Джейсон, пожалуйста, пощади! Пощади меня в розовом платьице! Давай, я побегу! Давай, я побегу лучше давай, от тебя! Давай, нападай! Так. Томми Джарвис, блин. Нам... Томми Джарвис, нам нужно срочно с тобой бензин взять. Я взял, только ты его сам заправь. О, нет! Бери бензин! Мы уедем! Мы просто уедем отсюда, Джейсон, можно? Причина, почему вы должны уехать, давай. Я дома забыл утюг выключить! Это очень опасно! Неубедительно звучало, что он нас отпустит. Но я что-то не понимаю, он не взял... Он взял бензин, нет? Тихо. Он за... Томми побежал. У тебя стаминки нету, Герпачо. Скажи хоть слово. Ты персонаж из GTA 3. Джейсон, не надо его. И не меня не надо. Нет, 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 нет. Побежали, 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 побежали. Не надо нас убивать, я же говорю, я утих, забыла выключить. Заливай, братишка, заливай, если... Нет! Где топор, мать? Топора нет. У меня в руках этот топор. Офигеть, аптечек! Смотри, сколько у него аптечек было. Ну давай хоть на перегонки погоняем. Бесконечная канистра. Какой ужас, почему ты не нажалась? Ура, и не прошло 3000 лет. А теперь еще магнитофон поставить. Джейсон, ты мог бы сказать, что здесь надо магнитофон поставить? Да, это аккумулятор, я знаю. Я так пыталась заливать.
Друзья, ну а перед тем, как вы посмотрите вторую катку, у меня есть не менее важное, что вам хочу показать в пятницу 13-й. Многие, кто играет в пятницу 13-ю, даже не задумываются о том, что есть перки. И очки вот такие. У меня аж целых 30 тысяч, и давайте мы сегодня повыбиваем разные перки. Я вот хочу потратить 15 тысяч, то есть я нажимаю сюда, и мне выпадает случайный перк. И многие этого просто даже не делают, и они не представляют, насколько это может улучшить их персонажа и вообще поменять исход игры в лучшую сторону. Но мне выпало сейчас какое-то говно, пространственное воображение, ваши шансы споткнуться во время бега будут снижены. Поэтому это сейчас будет очень интересно посмотреть, и одновременно с этим полезно. Полезно, потому что вы будете лучше играть в эту игру. Немножко расскажу вам про перки сегодня. Марафон повышает выносливость, что позволяет дольше бежать. Смотрите, отрицательный эффект какой. Скорость бега снижена, но при этом увеличена выносливость. Ну там прям отрицательно даже, поэтому нам такое не подходит. Идем дальше. Тихий пловец. Ну, тоже отрицательный эффект. Какое-то говно выпало, поэтому сразу мы убиваем его. То есть продаем. Еще молотилка, 3% и 3%. Но что на... Что за перк-то сам по себе? Увеличит урон от атаки в ближнем бою при использовании топора. Ну... Фигня, у меня есть круче, потому что у меня вот есть шанс оглушения на 15%, и еще и здесь на 11%. Оглушение увеличено и без отрицательных эффектов, как вы можете заметить. Ладно, давайте, меньше злов, больше дела, и еще петарда. Начните матч с петардами и увеличите их радиус у этого. Вот это неплохо, давайте оставим. Ладно, хоть там есть отрицательный эффект, но он ниже, чем положительный. Уменьшайте ваш страх, пока вы отдельно ходите. Можно оставить, возможно, что-то выпадет еще более крутое. Прям эпически нам выпало, это почти легендарно, это круто. Командная работа. Но, отрицательный эффект. Посмотрите, какой у него. Высвободитесь из рук Джейсона проще. Какой ужас. Мы идем дальше. Сильный удар, начните матч с бейсбольной битой в руках. Урон от ближнего боя увеличен. Конечно, это круто. Зря удалил даже, я сейчас думаю. Я хочу что-то крутое. Дай крутое, пожалуйста, Сони. Если вы спали на мешке, у вас есть шанс избежать чувствительности Джейсона. Ну, там отрицательный эффект. Стальные нервы. С высоким страхом мини-карта не пропадает. Общий страх уровня. Вот это эпический выпал, ты смотри. Уровень страха при виде трупов понижен. И мини-карта не пропадает, когда мы боимся вообще никогда. То есть я буду ехать в машине, я буду видеть, куда я еду, если рядом Джейсон. У меня такое уже было. Поэтому давайте оставим, возможно, даже пригодится. Урон от атаки в ближнем бою увеличен за каждого находящегося поблизости вожатого. Но всего лишь увеличивает на 1%, извините меня, это очень мало. Давай далее. Мой папа полицейский, прибывает быстрее на 18% и 0! Да! Вот это то, что мне нужно, просто офигенно. Ничего даже, ну то есть нет отрицательного эффекта, мы оставляем это. Это просто замечательно. Я ждал, когда мне выпадет этот перк в резуре. И наконец-то он нам падает. Демон скорости, да что-то там вообще все хуже с такими... характеристиками. Давай, ребят, у нас еще есть 7000 на сегодняшний момент жизни. Я хочу такое часто снимать, как вы на это смотрите. Полезная штука или нет? Интересно смотреть, что мне выпадет или как. Молотилка увеличит урон от атаки в ближнем бою при использовании топора. Да какой нафиг отрицательный эффект такой большой? Что за говно? Ну, давай, еще у нас 3,5 косаря есть. Ну как бы у меня 15 еще есть, но у меня скоро откроется новый Джейсон, поэтому я буду делать на него обзор, и мне нужно купить новое убийство на него. Вот, а вы еще пишите мне, почему мне ничего не выпадает. Ой, точнее, почему я не снимаю обзоры на Джейсонов. Они у меня просто не открыты. Легкая музыка при нахождении рядом с играющим товарищем. Радиоприемник. Чё? Скорость восстановления и выносливость увеличена. Конечно, крутой перк, не спорю. Ну давай еще один. Моторная лодка. Максимальная скорость лодки увеличена на 15%, но скорость автомобиля снижена на 5%. Ну вот что-то такое нам сегодня выпало. Вот это самое ценное. Вот это очень крутое. Вот аптечка мне выпала получше. Еще бонус к сопротивлению страху эпический. Но правда там на 5% тоже понижает нам. Ну короче, вот это самое крутое, что мы выбили. Легендарку, представляете? Вот, друзья, а теперь смотрите вторую катку. Друзья, я Лачапа. Это маленький Панхёрст. Здорово, Фанхай. Здорово. Я Чад. А я толстый. Из преимуществ я умею быстро чинить. И я скрытный, и вроде как сильный.
Давайте лутаться, смотреть, что у нас вообще здесь имеется, чего не имеется. На чем мы можем уехать? На двухместной машине и на лодке. Слабенько. Слабенько. Но на, возможно, маленьких картах только двухместная машина теперь выдается. Для какого-либо баланса. Потому что здесь бежать недалеко до копов. Можно и пешочком, как говорится, прогуляться. Да и тем более Джейсон половину убивает, а то если не всех. Вот, ну здесь у нас ничего, видимо, интересного нету. Да, у меня почему-то сейчас пинган шалит, потому что я не хост лобби, а когда я был хостом в лобби, то почему-то вылетало у ребят. Так, а я надеюсь, он вызвал Томми Джарвиса. Да, красавчик, фан. Ты там все облутал? Нет, еще, да. Ну ладно, тогда тебе оставлю этот дом. Джейсона пока что здесь нету, но я его только что видел на карте. Тут рация есть, тебе не нужен? Или у тебя есть? Да у меня что-то такая высокая пинга, что я думаю, что не нужна, если мы вместе будем держаться, то так. У меня тоже высокая, но у меня это стандарт. Я нашел аккумулятор. У нас аккумулятор, скажи. Вот теперь план каков? Идем отдельно от всех, либо вместе с ними? Я думаю, нам к машине. У тебя карта есть? Да. Сейчас спокойненько все установим. Легонечко побежим. И хладнокровие, как я понял, у этого человека ниже, чем у Лачапы. То есть все-таки персонаж сбалансирован. Хотя бежит он явно быстрее меня, вот. И лутаемся давай по дороге сразу. Так, ничего нету. Тоже рация есть теперь. Теперь я тоже на рации. Кузак, здорово. Здоровенько. Что, потно там у вас? А мы ищем для машины. И мы, кстати, так рядом с лодкой. Если бы мы могли телепортировать комплектующие сюда, то мы уехали бы. Хорошо, что мы с тобой вроде как скрытные, и поэтому нас не слышно, что мы с тобой делаем. Хотя ты везде запинаешься из-за своего хладнокровия. Я вообще не знаю, чем хорош чат. Я первый раз играю на нем. Он быстрый. Так, у меня есть для телефона штука. Ты телефон так, где-нибудь хорошо видел? Хилка есть. Прям, Томми Джарвис выходит. О, да. Как Томми быстро. Пришел, у меня есть для телефона штука. Есть. О, я нашел для телефона штуку. Сейчас я ее починю, а ты звони, давай. Либо я позвоню тоже, потому что у меня, по-моему, перк стоит. Но там... Там капкан. Я не буду ничего делать. Не надо. Нет. Он сейчас сюда прилетит, нас убьет просто. Я жирный, я не убегу. Наша задача тогда тачку сделать. Можем убить, в принципе, Джейсона. А че, ему сняли маску? Нет, еще пока, но мы нормально убили. Ты сейчас быстренько вставишь машину этот. Если там нету... Там нету. Ребят, кто там бежит? Кто кушает до машины? Мы. Бегу, у вас бензоколонка есть? А у тебя, тебя? Есть? Да, у меня есть. А ключи? Есть. Отлично. А ты плывешь? Я плыву. А у тебя что-нибудь есть? Ебана мать. Свечка. Он сейчас где-то тут будет. Нет. У меня ничего в руках нету. Так, я выпуск, ребята. Кого он там режет? Ко мне. Не знаю. Пока это, пойдем обезреживаем, пойдем в дом делаем с этим. А есть перочинка? У меня, у Томми Джарвиса. А, давай, а я тогда звоню сразу. Полковник, не руинь, давай! Полковник, зачем ты сидишь? Давай, вот. А давай я починю. У него уже в руках? Не надо, пожалуйста, нет. Давай, полковник. Все, звони. Давай, звони. До свидания. Митчелл, слушай меня. Пошел. Джейсон Борхис has returned and he's killing my friends. А, ну перка не было. Пожалуйста, хилочку кто-нибудь, я... Давай ты меня... Живи! Отличная работа, Томми Джарвис. Отличная работа, Чат Кингстон. Он тут! Почему все окна забаррикадированы?
Так, я слежу. Фанхай, живи! Мать твою, Джейсон, что ты творишь? Я лизать хочу. Мы тебе сука не купили. Жесть. Мы только для себя купили на выжратах. 4 минуты осталось. Мы только сюда на вожатых закупили на вожатых. А что? Еще ярость. Жесть. Томби Джарвис. Он тут? Вместе! Нет! 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 Блин. Что случилось? Что случилось? А что? Беги, кусок. Охуенеть. Вы видели это? Бегу, 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 бегу в другой дом. Быстрей. Я просто он сам меня бил, я хилился. Господи, я перебежал из одного в дом в другой, у меня вся стамина закончилась. Вот насколько стамина в этой игре решает вообще все. Нет, нет. Бадди, он... Он к тебе ушел? А ключики-то у кого-нибудь есть? Он убил Бадди. Прощай, Бадди. Так, там и ключики, там и машина, но нам надо туда. Я надеюсь, там его нету. Хоть и копы скоро будут. Джейсон! Нет! Подожди! Не надо, дай я тебе песенку спою хотя бы. Чё ты меня душишь? Я ж певцом работал. Господи мой! Идите! Иди к маме своей. Она тебя заждала, супчик тебе приготовила. Чё ты меня томочишь? Ядрить, мадрить. Жесть. Да он повсюду просто. Он повсюду. Жесть, вы видели это? Что случилось? Я через окно прыгнул, сам не знаю как. Ну, мерси. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Не-не-не-не-не-не-не. Жесть. Не-не-не-не-не-не-не, Джейсон, я же говорю, мама тебя ждет. Нет, 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 ну, господи мой, не на ту кнопку нажал, лишился ноги сразу. А, я последний остался, охренеть. Ням-ням.